Кружки и секции в Запорожье. Чем занять ребенка после школы? На этот вопрос сегодня отвечали в муниципальном пресс-центре представители городского департамента образования и управления культуры горсовета. По их данным, в новом учебном году в запорожские школы пришли более 60 тысяч учеников. Для них действуют 418 кружков и более 1200 групп художественно-эстетической, научно-технической и физкультурно-спортивной направленности. Занятия во всех кружках и секциях, библиотеках и творческих студиях, которые находятся в коммунальной собственности, будут бесплатными. На батьківських зборах ми рекомендували до відома батьківської громадськості, звичайно, довести ту інформацію, які заклади спрямовані, крім на озброєння дитини життєвими компетенціями, які надають предмети навчального циклу в закладі, як краще організувати змістовне дозвілля школярів. Записать ребенка в кружок можно в школе или непосредственно у руководителя внешкольного учреждения. Специалисты говорят, нередко правильный выбор направления творческого потенциала ребенка становится решающим фактором в его дальнейшем развитии.